Алия работает, отрабатывает. Нам, смотри, 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 как нас спустит. Греби, греби, качка. Ниночка, тормозит. Работаем, работаем. Тормозим, Катя, тормозим. Оп. Уходим, 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 уходим от порога, уходим. Стой, стой, куда ты? Кто был впереди и стал сзади? Гребите, гребите, там несет. Гребите на берег. Алия, как прошли? Удачно? Я хочу, чтобы вся река так. Нет, не надо. Мы же в брызгах будем. Слав, да, Слав, дай то весло сломанное. Сломанное. Вот оно. Скала же есть, береза, да? Вот Нина, береза. Нина. Вот. Все, порожек, Нина. Маленький Нина. Порожек прошли. Алия, куда надо? Вот поляночка. Все, понял, поехали. Работаем. Полянки. Сейчас мы пойдем вверх. У нас будет фотосессия, просмотр пещер. А мы маленькие были, да? И так далее, и тому подобное. Больше обуви нет? Нет, так, опасно. Куда пошли? Идемте сюда. А где пещерка? Наскальные рисунки. Рисунки сохраняются. Вот видите, навес есть, поэтому сохранилось. Это кто, Нижний Новгород рисовал или Астрахань? Не, древние люди, каменный век. А где они? Да. А где? Ищите. Как так это? Подождите, подождите. Вячеслав, руками не стоит. Гвоздь свежий, вижу. Тысячи лет ему. А чуть-чуть водички нету? Воды прихватите, просто не питьевую, любую. У нас сейчас на берегу очень много вот. Будет цапель, да, вот она. Вон что. Вот если водой полить, ему вообще щетка видно, видно, вот она. Тут еще были рисунки. Но а вот он синий, вот-вот поливали водой, вот синий. Нет, это не то. Вот зимой очень четко видно, вот. Вот, видите, он вот. Вижу. Вот он, вот тут блески. Ну а что тут нарисован, я не понимаю. Цаплю тут цаплю. Тут непонятно, а вот это вот четко ясно. Ясно видно. Да. Вон еще черный, смотри, вы ищите такие не крапления. Они вот такие, охра. Красные? А где пещера? Пещера чуть дальше, надо будет пройти. Вынужденные, вот переселяли. Ага. Переселенцы. А бурановские бабки отсюда? Нет, отсюда. А их тоже башкирские, бурановские бабки. Ну да, вот с этих гор. Это, причем секретная тропа. Тут отдыхающие еще не ходили, мы сами протаптываем. Идем в пещеру. Блять, дымовой спиздец. Ой, Олежка, мы торшим. Нет, он не в лицо. Ольга, капитан. Боже мой. Нормально все? Да. Передышка? Слева смотрите, какие скалы. А что, уже пахнет, что ли? Похоже, да. Подвоняло слегка. А что, да, смарат, блядь. Аля! Через пять лет. Что у меня воняет уже? Фан идет туда, а мы не слышим впереди, прикинь. Я говорю, клещ приставил. А теперь поднимаемся вверх. Вернуться не все. Кима, держись маленько. Олег, ты остаешься? Смотрели, пойдемте обратно. Не, пойдем. Натирая, вы здесь не пройдете. Ты здесь. Иди сюда. Хопа, хопа. Иди сюда, Олег уже не может. Бабуля! Бабуля! Бабуля, иди обратно! Все!
Камин, давай, ты девочка. Нам отсюда видно. Ты же у нас фотографом хотел. Лена, давай вверх, что теперь? Кому сейчас легко? Ты вообще с кинокамерой? Не говори, да, жилет здесь. А там верхом не пройдет? Иди, снимешь все внутри, потом нам покажешь. Там ты упадешь. Фух. Наконец-то, друзья, мы поднялись. Пещера называется Бурановская, потому что раньше была деревня Бурановка, и поэтому в честь нее Бурановка. Вот здесь вот тоже рисунки есть. Так, вот уже стирается, человек там стоял. Вам крупно повезло. Так, вот в этой пещере нашли останки захоронения женщины, у которой прямо со всеми каменный век. Со всеми вот этими украшениями. И теперь вот этот скелет хранится в Челябинской области в музее. Это Челябинская сторона? Нет, это наша Башкирия. А, Башкирия. А почему Челябинск утащил у вас? Ну вот так вот, та сторона у нас Челябинск, это сторона берега Башкирии. Да. И они жулики, они что, мужчины стояли у них тут, да? Видимо, да, здесь жили люди. А прохлада какая? Это холодильник древний, исторический. Вот такие вот, это известняк, да, получается, вот это вот. Да, он это, наверное, сверху уже налипло. Да? Фонарик-то есть у кого подсветить? Иди посвети, Дядя. Можно пофоткаться, все равно фотография выходит там. Домашний камень из бурашки. Стой, стой, стой. Чтоб ты уж снимался. С острова Свияжца не вывозите. А Ким, когда полный карман мальчишка набрал? Вот и здесь глубина, смотрите, какая. Офигеть, блин. Вот подъем. Этот подъем стоит это. Блин, камера не передает, в полный рост хожу. Смотрите, пещера я. Полный рост. Древняя пещера с древними людьми. Фонарик не взял, блин, не знал, что еще в одну пещеру пойдем. Там еще щелка. И еще вдаль уходит там метр или два. Раскол, трещь. Ух ты, елки-палки, здесь движух. Смотрите. Везде. Офигеть, а там, прикиньте, лаз. И туда вниз уходит. Но мы уж с вами не пойдем. А там опять в полный рост стоим. Вот. Не знаю, как камера вам передаст. Аккуратней тут. Вообще прохлада такая хорошая. Дядя Слав, телефон. Вот, смотри. Где? Офигеть. Классно, конечно. У кого коронавирус, болезнь, все сюда. Прячемся и выживаем. И не болеем. Молодцы. Такой грот. Офигеть. Не хватает только океана или моря. Или еще что-нибудь. Классно. Ну что, меняемся? Да, на. Это мой. На, работай. Ну а возвращаемся мы, друзья, уже по берегу речки. А где мой жилет? Кто? Я после бани тебе налью. Налей. Моя уже пустая. А вот здесь мы только что были с вами в пещере. Видите, вообще не видно. С этого берега вообще не видно. Вот здесь мы были, поднимались. Нет, вот там, вот для березка вот это. Вверх туда, в скале. Обалденно. Девчонки у нас гребут. Смотрите, камера пошла! Точно, смотрите, какие ребята у нас. Плиты здесь мы проходим. Наш катамаран развернула по ветру. Мы гребли. А там какие горы остались. А? Ага, где мы были с вами в пещере. А сейчас идут березовые эти, как бор березовый, да, на горе. Ага. Вот смотри. Где вы такое увидите еще? Это только как в сказке снимают же, вот. Трава зеленая и это береза такая. Валера, наш катамаран с Валерой вырвался вперед. А жена Славы, да, а все стали тут друг дружку. Серега, ты что, зачем эти бреешь? Волк. Давай. Мотор, мотор. О, длину, Олег. Давайте все подержим, давай классно. Не уронишь. Давай, поставь. Славик, снимай. Там, парам, парам, парам,
пам-пам-пам. Сзаду, мам, сзаду. Оле, 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 оле. Тоша, ты помогал рукой всем, бутылки написаны. Вот я спрашиваю, мускат, мускат нет, говорит. Мускат, да? Мускат летает. Мускат белая полусотка. Очень прилично. Покажи картинку. Потом ловить будет. Я. Надо же на берег. Минеральные воды. У меня штуки болотные их. Оль, достала? Надо. Ну вот, снимите, потом оденьте. Я сейчас налью. Ты вот туда, вот за эту захлестни, вот за нашу. Вот. Так, вот за эту, вот где у нее нога. До Малимоновского хребта. Потом пойдем на пещеру наверх, на самый максимальный верх. И будем снимать там всякие видосы, фотосессии. Ставит нас. Оторвал. Обстановка по кайфу. Смотрите, как видно с горы впереди. Поворот. На самом верхнем этаже. А скалы-то вы видите? Да, да, да. Хоть жеребчиковый. Так, а жеребчиковый? И мне плевать, плевать на твои желания. Это игра, игра на выживание. А я сейчас беги, и нам хорошо, мы с тобой. Решил волну создать. Смотрите, какие скалы. Он прижимается. Пещера, пещера. Очень глубоко. Смотрите, пещера на пещере. Здесь я рыба. Давай его сюда. Он как будто кто-то сидит. Вот смотрите, даже лицо, как будто руки вот так сделал кто-то. Вот, вот, вот как коряга вот эта. Не коряга, а камень. Вот эта голова как будто круглая. И рука вот так поджата. Дали семечки? Какая пьяная фантазия. У меня пьяная фантазия. Это даже мне там показалось. Есть сидеть, я вот ничего не вижу. Падает, под маленькой водой подмывает дождями, вот снегом. Упадет, наверное, да. Упадет, да. Лена, узнаешь сапожки? Сапожки были на сплаве твои. Меховым начесиком. Так как резиновых у меня не оказалось. Но сказали, сапоги нужны непременно. Да, да, да. И вчера вечером я тоже, Алия, одела их, и мне было комфортно вообще. Обстановка по кайфу. Оу! Оу! Вон как летает, вон. Развернет саму. Там большой камень. Слава! Слава! Ладно, что вы? Нету! Нина! Тихо! Ну, повернет и все, что? Нормально все? Торопиться давайте не надо. Давайте, мужчины, вы будете, а? А что же вы туда залезли-то? А, мужчины, давайте вы будете, а? Уже это... Как сломаться он может, как это варанжа? А все, больше нет порогов. Катя! Вздохнула! Посмотри Катя, мне. А ты его не видела, не да? Не видела, я не смотрел. Ну, вперед, я тебя а я видела, камень, я тот камень, а я тот камень только видел. Лимонная гора? Лимоновский. Лимоновский, да? Бабочки. Лимоновский хребет, потому что здесь весной очень много желтых бабочек. Где ее? Так и мы сидим сейчас, ничего не делаем. Уже терпи теперь, Оленька. Вон до той скалы сказали. Терплю уже как-то, да? Правда, правда, отдохните. Сейчас подправлю я. Я носик выпомню. А вот я говорю, в Грузии так вот каньон. Вот так идешь, там они сетки, железки прибили. Вот такие сделали. Там вдвоем, на одному, можно сказать, пройдешь. И вот так идешь, как говорится, на выступе. Тут гора, а здесь пропасть. Прям
там вообще высота не знаю какая. Там тоже был маленький ручеёк. Нормально только, а? Там мостик, там просто идёшь. Сеткой всё закрыто. Прямо. А потом такой, знаете, вообще открытый такой. Олег, выступ большой. Это наш привычный дом. Мы великие таланты. Какая скала? Но понятны и просты. Мы посты и шуты. Там течение посильнее, да, там то дерево, Лукояшка, то дерево, то мель. Ты, блядь, меня вчера избил бутылкой. Нет, там очередная зеленая стояночка у нас. Идем? Купаться? А вид какой, смотрите. А горелки есть? Есть. Явно не из Казани. Здесь мы решили развести костер, остановиться, подогреть пищу. Еще один больной пошел купаться в ледяной воде. Еще один пошел. Давай, Валера. Давай. Кто? Вообще конкретно. Чешется? Нет. Я даже не чувствовал, ты меня искусал. Что же у тебя такие волдыри сзади? Какая она теплая, блин. Понесло, куда нахуй меня понесло? Я Юрю занят. А я в курсе? А где? Вы доездили. Где это я? Вот за 5 секунд раз куда дорогу. Говорят, что время, проведенное на охоте и на рыбалке, в счет жизни не считается. А я думаю, что Олежка все время на охоту ходит? Не считается. Но мне кажется, что время, проведенное на сплаве, это плюс. Продолжительность жизни должна увеличиться. Согласны? Да! Сегодня у нас происходит посвящение в сплавщики. Сегодня не все. Есть у нас новички, и поэтому мы это должны сегодня как-то особенно отметить. Вот мальчики два Олега подготовили, старались. Один вырезал Олег Лукоянов, другой мастерил весь вечер такие медальки, подписывал. Первый! Пусть будет это память. Хорошо, да. Пусть будет эта памятная медалька, которая запомнится. И чтобы этот день вам запомнился надолго, вот этот будет день на холодильнике висеть. Посвящение нужно в половник налить водки, выпить, но так как мы уже все, будем считаться, что из половника водку вино пьем. Так, Славя, давай. А по жопе надо бить веслом. Она говорила, на сплав. Я говорю, Лен, как там, какой сплав, зачем мне все это нужно? Но сегодня, друзья, это просто нечто. Вы сами видели на все это видео. Какие горы, какие... Валера, может, он горы. Да. Я согласен. Я теперь всегда буду ездить на сплав. Потому что это вот так. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Раз. Два. Ух ты. Три. Я сплавщик. Получается медаль. Ты должна пару слов сказать. Пару слов сказать? Да. Я очень боялась ехать на сплав. Не знала, как это, переживала, волновалась, потому что плавать я не очень умею. Но мне понравилось, все круто. Ура! Раз, два, три, медаль! Говорю, дай мне на руку все. Сына говорит, мне очень понравился сплав. Хорошо, что вы меня позвали. Нас позвали. Ты представьте, кто ты такой? Я Зиханша. Давайте. Раз, два, три. Почетный сплавщик. Поздравляю. Анютка. Анечка. А дочь куда побежала? Так. Мне
тоже очень понравилось, я тоже впервые. Так, мне, я вообще под большим, под огромным впечатлением. Я вообще такое в первый раз вижу, как бы. Мы никогда на такие активные виды отдыха не ходили, не ездили. Все, два, три, на фоне горы. А нет ли у Зиганшиных дочки? Нет ли дочки у Зиганшиных? Девочка, скажи, тебе понравилось? Да. Расскажи. Что тебе всех больше понравилось? Что понравилось? Три. Что понравилось? По речке плыть понравилось? Да. На горах больше всего. На горах понравилось. А плов понравился из котелка? Да. Речь говори. Ура, все хорошо, все отлично. Раз, два, три. Бесплавщик. Еще раз пять поедем. А, еще пять. Раз. Два, три, пять. Четыре, пять. Пять раз. Ура! Замечательная компания. Замечательная вообще обстановка. Погода нам сопутствует. Все у нас получилось. Все у нас удалось. Невзирая на то, что мы проехали 800 километров, я думаю, что это того стоило. Дача нам сопутствует. За нас. Ура! Не у меня просто голова большая и умная. Спасибо большое. Так, дальше Лукояновы. Кто? Лукояновы где? Пластидины, хорошо. Он с жилетом не расстается, бедная Лашка. Пластидины не бей. Не бей сильно. Вот я тебе сейчас отомщу за бок. Тихо, аккуратно. Так, скажи речь. Олег, что там у нас? Мне, по крайней мере, все понравилось. Мы готовы ехать в следующий раз. Аккуратнее, аккуратнее. Ребром его. Все понравилось, ваша медаль. Давай. Эй, я тебе... Да подожди ты. Два! Три! Посвященный! Так, ну, во-первых, мне все понравилось. Первое, что мне вот запомнилось, я первый раз спал в юрте. Ох, это весело. Ну и вот. Ну что еще, что? Ну вот, я поел пирога из речки. Мне тоже понравилось. Короче, пирог, который у вас утонул, он поднял и поел. Раз, два, три! Ура! Почетный сплавщик! Поздравляем, да. Ты! А почетный сплавщик! Нет ли у нас Ниночки? Да, нет Ниночка, ли у нас Ниночки? Мама идет. Мама, мама идет. Да, мама пускай идет первая. Я осталась под большим впечатлением. Я первый раз на сплаве. Погода нам сопутствует. Небо у нас вообще стало голубым. Большое спасибо всем-всем-всем, кто оказался с нами рядом. Большое спасибо Алие, которая нас сопровождала. Да, да, спасибо. Алия, спасибо, Алия. Спасибо вам. Вот. Я очень довольна. Всем большое спасибо. Особенно Лене. Раз, два, три. Ура! Медаль. Посвящаем! Ура! Вот сейчас Ниночка скажет речь. Так. Больше всего мне запомнилось, что мы сходили в пещеру первый день, а еще я никогда в жизни еще не спала в юрте. Во! Раз, два, три. Ура! Медаль! Ура! Антоновна, давай. Так, так меня все устраивает, мне все нравится, все. Давай бей. Раз, два, ну скажи, три. Что тебе понравилось ты здесь? Шикарно. Ты давай. Же ездила уже на сплаве, да? Да. Но тебя не посвящали. Я сама себя посвятила. Хорошо, прикольно, ясно, понятно. А где? Мне тоже досталось. Огромное спасибо. Я коллектив. Приезжайте к Алие и мужу ее. И будем славить, конечно. Сегодня на сплаве Юрюзань 23 июня. Мы в прекрасной компании, с хорошим настроением, с хорошим руководителем гидом Алией. И мы благодарим вас, Алия, с Эльфатом, что мы были год назад, за год у них произошло много изменений. Они купили холодильники, спальные мешки, печки там, крышу переделали, баню доделали. Это очень приятно, потому что в это место хочется возвращаться. Почему? Люди ждут, люди стараются, люди, да, заботятся, все хотят сделать максимально удобно и комфортно. Потому что мы хоть едем на природу, но нам же хочется комфорта. Мы благодарим вас и хотим, чтобы мы и этой компании, чтобы и больше компаний возвращались сюда. Всем спасибо. Да. Секунду, Олег. Можно я скажу? Олег. Вот, смотрите, этот сплав по Уралу. Мы в прошлом году ездили. Ездили там с маленькой компанией, 4 человека всего было, приехали, все нам понравилось. В этом году мы приехали 14 человек.
И благодаря моей жене, которая организовала вас всех, и мы приехали снова сюда, на хорошие места, показала, что такое сплав действительно по уральским рекам, и посмотреть прекрасно это. То есть, Елена Владимировна, мне не надо петь дифирамбы. Почитай, я вожуха. Всем рада, довольна. Я очень довольна, что 14 человек собралось, и у нас хорошая компания слаженная. Такая, ну, как бы позитивная. Все молодцы. То, что приехали. Ура! Ура!